Мария Васильевна, досидите, наверное. Мария Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Виктор Гешель, я глава администрации Кингисеппа. Приехал вот по поручению президента, губернатора Ленинградской области, вручить вам юбилейную медаль 70-летия Победы за вашу отвагу, за ваше мужество, за то, что вы для нас сделали. Спасибо. Вот так. Мы очень гордимся, что вы у нас есть. Мы очень рады, что у вас вот вы смогли прожить такую длинную жизнь. И желаю вам уже не 100 лет, а уже больше тогда. До 100 лет вам немножко осталось. Сколько будет, столько и пройдет. Столько и будет, да. Ну, вот. Дай мне, дай Бог вам здоровья, здоровья. Да. Большим праздником вас. Вручить вот эту медальку. Так, можно? Очень серьезно готовимся к празднику 9 мая. Да. Будем делать хорошее благоустройство. Вы присядьте, пожалуйста. Будем делать хорошее благоустройство в городе. Все захоронения, все памятники приводим в порядок. Меня это особенно заедает. Я ведь в Сталинграде была. В Сталинграде вы были? Да, да, да. Ну это практически на передовой. Да, и не где-нибудь работала, а в Стали, литейном цехе. Ой-ой-ой-ой-ой. Это и вредность, и температура. Конечно, да, это же загазованность, очень... все там текло, там бежало. Ну, слава Богу, вам, вы все-таки вот с нами, вы все-таки да вот... Я не думаю, что я до 90 лет доживу. Ну, вот видите, а выглядите вы очень хорошо, поэтому 100 лет нарисовано. Кто будет праправнуком воспитывать? Здоровья вам, всего-всего-всего-всего. Спасибо. Здоровья, здоровья. Спасибо.